От ямочного ремонта к капитальному. В Волгограде продолжается реконструкция городских магистралей. Один из участков, где активно ведутся работы, в Дзержинском районе. Завершить их подрядчики обещают уже к концу нынешней недели. Подробности у Екатерины Караваевой. Этот участок дороги на перекрестке улиц Московской, бульвара 30-летия Победы уже давно требовал ремонта. Здесь в течение 4 лет ни разу не проводилось капитальных работ по замене асфальтового покрытия. И автомагистраль стала представлять опасность для водителей. Ну, вон там кусочки были разбиты, небольшие. То есть асфальт был разбит, да? Ну, не весь, но половина. На данном участке, особенно правая половина дороги, которая в сторону 7 ветров, было очень сильно разрушено покрытие, были аварии, уже было предписание от ГАИ, то есть о том, что уже ненадлежащее состояние асфальтовой дороги полностью. Потом были письма от депутатов о том, чтобы сделать, отремонтировать данный участок дороги. Поэтому мы пошли навстречу и отремонтировали. Работы по капитальному ремонту здесь начались на прошлой неделе. Сначала был отфрезерован и снят старый асфальт. Теперь началась укладка нового покрытия. Общая стоимость работ составила примерно 2 миллиона рублей. Было принято решение о полностью замене старого асфальтобетонного покрытия, устройстве выравнивающего слоя и устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ямочный ремонт уже практически здесь уже был бесполезен уже. Здесь уже старое покрытие, уже все разрушилось. Поэтому полное капитальное строительство здесь принято решение сделать. По словам подрядчиков, обновленная дорога будет готова уже к концу нынешней недели. Екатерина Караваева, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба».